Радуемся, радуемся! Друзья, здорово живите! Где же ваши веселые лица? Сегодня ведь праздничек большой, широкой, говорим, хороший, чистый четверг. Ребятушки, дело-то такое ведь, ну что вы подумайте, скоро Пасха, готовиться надо, некогда грустить. Надо избу всю намывать, все адресой нашаркать, и полицы снять, помыть, и под лавками все вышаркать. Ведь скоро праздник большой. Ой, ребята, в чистый четверг говорят, еще бабушки говаривали, надо обязательно нам, бабунькам, умыться водичкою с утра. Вот, ну можно не с утра, коли успели, так ничего, умывайтесь, главное, водичкой, святой водичкой, или на речку сходите, умойтесь, это чтобы у вас всегда чисто лицо-то было, чистое, без всяких там, чтобы ничего не скакало, обязательно умойтесь. Да и ребятишечек помойте, тоже не повредит. Вот, ребята, а еще в аккурат. У меня еще бабушка, еще помню, говорила, что в чистый четверг, Ульянка, никому не давай денежок взаймы, а то денег не будет водиться. И вот, так что вы никому и не давайте. В четверг-то, в чистый-то. Да и обязательно денежки все сегодня пересчитайте. Тоже хорошая примета. Все пересчитать, так денежки-то всегда будут водиться. Каждую копеечку, сколько у вас накоплено, все посчитайте. А то времечко-то такое, веселое, унывать некогда. Ну, ребята, вроде все и рассказала вам про чистый четверг. А завтра пятница, где пятница там, суббота, где суббота, где... Так там и светлая Пасха. Так что радуйтесь, ребята. Ладно, все, до свидания, до скорой встречи. Всех вас обнимаю, пока-пока.